начале года вы задачу ставили проектировать наперед. Мы сейчас 14 домов проектируем, это без копая. 14 домов здесь проектируют уже 14 проектов, из них мы ожидаем до Нового года уже порядка 8 они выйдут. Мы уже можем по ним спокойно работать. И сейчас делаем их сетями. То, что вот нам выделили средства, мы делаем сразу и дом, и сети, совсем благоустроим, чтобы в комплексе, чтобы не было отставаний сетей от дома.